сказал, что я не пройду. Ты не прав. Смотри, что я делаю. Я страдаю. Шуба-дуба-дуба-па-да-па-па. Всем бобра, дорогие друзья, с вами Венди. Сегодня мы снова поиграем в игру под названием «Перебирайся через это» с Беннетом Фодди. Беннет Фодди — это создатель этой игры. Короче, за рубежом эта игра создавала прям такой огроменный, здоровенный хайп. Всем она стала интересна, потому что это игра от создателей чего-то там Surgeon Simulator. Это одна из самых бесячих игр на данный момент. И это игра для любителей голых мужиков в ступах. Я не любитель голых мужиков в ступах и голых мужиков вообще, но зато я любитель хардовых игр. Хардовые игры — это ништяк. Хардовые игры — это всегда интересно. Хардовые игры — это то, что подходит великому Виндерусу. И великий Виндерус, без проблем это все без проблем это все пройдет. Ой, у меня игра немножко подлагивает, поэтому, типа, не удивляйтесь. Ёб твою, Ладно, может быть, великий Виндерус не так уж все это легко и пройдет. Я не могу пока понять, как тут с управлением. Так, хорошо. Игра чуть-чуть подлагивает. Я надеюсь, не сильно, потому что компьютер прям вообще мощный. Мощнейший компьютер. Так, хорошо. Я вот так вот касаюсь вот этой шняги. Касаюсь. И... оп! Подожди, сначала нужно разобраться. Вот так вот, я просто себя могу подкидывать. И тогда я подлетаю. Если я сильно совсем это делаю, тогда он подлетает слабенько. Как мне перелезть через это дерево? Да ты что творишь-то? Так, так, так. После того, как я цепляюсь, я потом могу вот так вот мышкой... ёпта! Етить мой... мою ногу. Я не знаю, как это... У меня не хватит мышки. Так, хорошо. Оп. Тихо. У меня серьезно не хватит мышки для того, чтобы все это пройти. Так, спокойно. Спокойно, мужик. Я не знаю, давай назовем тебя Леха. Леха, спокойно. Так, ты... Леха! Хорош творить херню! Нет более чувства сильного, чем начинать заново. Если ты удалил свою домашнюю работу или оставил свой... что-то там дома, тогда ты будешь домой идти обратно. Бля, кто придумал эту игру? Зачем? Ради чего? Подожди! Вот так? Так, хорошо. Мне надо вот как-то вот так вот поставить, по-моему, свой молоток. Вот прям вот в эту... оп! Уу! Изи. Изи. Легчайше. Он что-то рассказывает, но я, честно говоря, слишком сосредоточен на том, чтобы проходить игру. Не-не-не, смотри-ка. Управление, если к нему придрочиться, на самом деле довольно удобное. Правда, я к нему... Не сделаю этого, короче. О, слышь, я могу вот так вот сделать? Оп! Не-не-не-не-не. Что-то совсем страшное творится. Так, поворачивай. Поворачивай и... опа! Ебой! Ебой! Я преодолел свою первую проблему. И преодолел остальные. Не-не-не-не-не. А, не, все нормально. Все хорошо, все классно. Все классно, все сосно. Так, давай, Леха. Давай, Леха. Леха. Идите, у тебя борода неплохая. Леха. Леха. Вот так, вот так. Оп! Леха! Окей, давай мы вместе пойдем сюда. Леха! Ничего себе ты мутишь, Леха! Вот так, Леха, хорош, Леха! Леха, 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 спокойно! Йо! Леха! 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 Наверное, если тебя зовут Леха, и ты смотришь это видео, тебе, наверное, неудобно, что я тебя постоянно зову. О, я придумал, смотри. Опа! Уу! Ничего себе, зайчик попался! Так. Присоединились. Сначала нужно присоединиться, потом нужно... вот! Бля, головой удариться. Не-не-не-не! Ах, вот оно как! Смотри! Смотри! Оп! Видал? Так, теперь вот сюда вот перепрыгивай. Молодец, Лёха. Теперь присоединяйся. Расслабь свои руки. Расслабь свои руки. Готовься. Готовься. Да не в, не в ту сторону готовься. Раз, два... полетел! Молодчина, молодчина, Леха. Так, теперь аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько залетай. Залетай на деревяшку. И теперь мне нужно пролететь. Единственный вариант, чтобы я пролетел вперед. Нет, ладно, я все равно, скорее всего, улетел не туда. Цепляйся, давай. Мне на самом деле нравится эта игра, она забавная. Опа! Она была бы забавна, если бы управление было адекватное. Главное, не отпрыгивай. Притягивайся, притягивайся. Леха, Леханский, давай. Да, Леха! Я тебе голову сломаю, Леха, если ты будешь творить такую... Леха! Сука ты, Леха, понимаешь? Вот тебе на головой об кирпич. Так, 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 поднял. С какого... с какого пельменя ты туда-то полетел? Я тебе не говорю лететь. Да я не говорю тебе прыгать, не прыгай, да не прыгай, я просто тебе говорю, стой!
Просто стой. Все, понял, да? Просто, пусть Леха стоит. Опускайся. Молодчина. Теперь. Переворачивай, переворачивай. Не отлетай, переворачивай. Аккуратно. Совсем аккуратно. Молодец. Молодчина теперь. Опускайся. Супер. Теперь не делай ничего, о чем мы бы могли с тобой пожалеть. Вот так вот. Ладно. Я, короче, вот так вот проще сделаю. Смотри. Не так. Так. Вот. Нет, не вот. Вот. Тихо. Вот так вот. Вот. А-та-та-та-та. Лети, да, лети как птица, лети как орел. Да не как сука, лети как птица. Я спокоен, я разве похож, по-твоему, на человека, который злится? Посмотри в эти глаза, разве ты видишь в них хоть капельку злобы? Нет, это всего лишь непонимание. Что ты творишь, мать твою, что ты творишь? Ты не Леха, ты Алеша, ты просто Алеша. Вот. 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 Ты. А-та-тир-та-та, что ты творишь-то, а? Да куда, зачем? Эту игру писала стая обезьян. Это просто непонятно. Управление, почему ты такое ужасное? Да вот что? Что это было? Я мышкой двину буквально на миллиметрик. Миллиметрик. Вот что? Че? Хе! Нет. Спокойно. Расслабь свои. Да! Все. Хоп! Не ладно. Ладно, это совсем не то, что я хочу. А вот это то. А вот это. Леха! Леха, спокойно. Уу! Шикарно! Нет! Держись! Я тебя очень сильно прошу! Держись! Иначе! Твою кувалду засуну тебе! Ч-ч-ч-ч-ч. Ты не представляешь, куда я засуну ее тебе, если вдруг что? Ты не хочешь этого знать? Отлично. Нет! Шикарные комментарии под этой игрой, просто ужас. Знаешь, жизнь поэтому и прекрасна, потому что иногда есть падения, иногда есть подъемы! Иногда ты поднимаешься, иногда нет. Все будет хорошо. Главное в это верить. Хватай за весло. И вот сейчас запускай себя! Вот, видишь? Иногда все плохо, иногда все хорошо. Расслабься, все нормально. Теперь лети! Дурина! Я тебе сказал, лети, а не подпрыгивай, как какой-то инвалидный кузнечик, понимаешь? Отлично, так теперь. Нет! Да куда? Иногда Леха делает все, что надо. Все как надо, все правильно. Четко, правильно и вообще молодец. А иногда начинает творить такой ужас, что хочется его просто. Леха, ты ювелир! Слышь, продолжай делать так же! Вот просто делай так же, и мы с тобой заберемся! На самый верх! Тихо! Нормально. Нет, Леха, чуть-чуть отодвинься. Немножко отодвинься. Молодчина, Леха! Слушай меня, Леха! Леха, слушай меня! Иначе я найду твой дом, приду к тебе домой. Сломаю тебе лицо. Хоп! Это не хоп! Это вот просто. Это не хоп! Сделай хоп! Молодчина! Я имел в виду один раз хоп, а не два! Почему ты вдруг решил дальше хопать? Так. Нормально? Я не знаю, как я это делаю, но я делаю это! Так, соберись. Чуть-чуть, немножко. Я тебе говорю, немножечко, совсем чуть-чуть. А теперь... Давай! Уау! Anyway, when you start sexy hiking, you're standing next to this thing that blocks the way to the entire rest of the game. Boy! Я имею в виду ни разу, самая легкая игра в жизни. Вот так. Не так. Делай правильно.
Если бы у меня была нормальная мышка, я бы, может быть, и прошел. А кто сказал, что я так-то не пройду, а? Ты сказал, что я не пройду. Ты не прав. Смотри, что я делаю. А я страдаю. Стал в нормальную позу. Теперь вот так и стой, так и стой, так и стой, так и стой. Я тебе что говорю? Стой так, не падай. Нет! Уф, sorry about that. Окей, перепройдем заново. Не проблема! Ладно, перепройдем еще раз. За камень, поднимайся. Не туда! Дерево. Вот так. Все запланировано. Все чики-пуки. Уже нет. Теперь нет. Так, подняли, поставили. Раз, два, три! О да! Хорошо! Так. Оп! Отлично. Теперь... Ой, да ладно! Лёха, ты говнюк, мудак, мразь! Да куда? The thing that we call failure is not the falling down, but the staying down. Mary Pickford. Через кровь и слезы! Я все равно пройду ее. Я все равно смогу подняться на эту сраную тишину! О, музыка! Хорошо! Ой, как хорошо-то! Тихо. Как ты? Подтягивайся к ней. Туда. Как мне сказать? Ага. Нет. Окей. Так, нормально. Здравствуйте, мистер мусорка. Хорошо. Я чуть сам в мусорку не отправился. Не прячься в камень, я понимаю, это страшно. Все страшно! Нет! Пожалуйста, просто притянись! Я прошу тебя, очень сильно. Просто притянись к ней. Просто. Это было страшнее, чем любой ужастик в моей жизни. Так, спокойно. Оп! Так хера ты творишь-то, сука? Вот. На себя. But I'm not sure Jazuo intended to make a frustrating game. The frustration is just essential to the act of climbing. Давай. Да притягивайся ты, ну почему ты иногда притягиваешься, иногда не хочешь-то? I'd have an idea for a new obstacle, and I'd build it, test it, and it would usually turn out to be unreasonably hard. Сложно! Ты говоришь, что это сложно? Нет, ничего! Сложного для меня. Кроме моих же косяков. Так, теперь... Теперь самое сложное. Опускайся. Лёха, самое сложное. Дебил ты, Лёха, дебил! Ненавижу тебя. Ты будешь сниться мне в кошмарах. Лёха. Мы с тобой на одной стороне. Ты, правда, еще в этой... Не знаю, что это. В кастрюле. Но мы с тобой на одной стороне. На одной, я тебе говорю. Все в порядке. Не нужно. Понимаешь? Ты понимаешь меня? Не нужно. Так. Да! Нет! Все нормально. Все в порядке. Главное, не упади. Лёха, твой момент.
Сука ты, Лёха. Ладно, ребят, я думаю, что на этом все на сегодня. Я не знаю, понравилась ли вам эта игра. Я думаю, монтажировать ее будет очень тяжело. Не-не-не-не. Я думаю, монтажировать ее будет очень тяжело. Но она веселая. Это я должен сказать. Она веселая. Серьезно. Может, конечно, показаться, что я жутко страдаю. И это правда! Нет, на самом деле, нет. Мне очень нравятся такого рода игры. Правда? Правда, если бы... Как я это еще сделал? Не знаю, но это было офигенно. Правда, управление бы поправильнее. Ну хотя, типа в этом и приколюха, что управление полнейшее, вонючее, куча. Не самых худших вещей. Короче, я надеюсь, если понравилось это видео, подписывайся на новые видео, оставляй свои комментарии, мы увидимся с тобой в следующей серии. Пока-пока-пока. Лёха, не падай! Лёха, спокойно. Я прощаюсь. Можешь, пожалуйста...